мне тут что-либо уступит вот так вот, если по-хорошему. Да. Больше, чем мы верим, но... никому ничего не надо. Налог с токена выкидывается в каждом районе. Так что ты это берешь... Это обычные вещи. Две шмотки, 3-4. Мне просто бошку надо поменять. Это надо, братан. Короче, смотрите, какую хуйню сказал. Этой... Да просто обидно, как бы тогда Казуму отдали. У Казума 5-5. А когда ты первые токены получал, когда я их мог налегке брать, тебе как-то приятно так было, брал что, наверное? Бы. А, так вот оно. Ты захотел, уступил. Ну, теперь я беру. Да ладно, ладно, отдай ему шмотку. Да пусть берет, да. Ну, отдай ему шмотку, все, пускай это ходит. Успокойся, выйдешь еще. Фронги ты 5 нету. А что, на форум писать? А у меня нету Т5. У меня тоже. Скрин делать или чё? У меня есть скрин Т5 в сумке. Ну да, у меня тоже нет. Кому там больше всех надо, пусть создает. Тасакрас уже пишет. Короче, админ на сервере это этот хандкапа, по-моему, да? Ну, я на форум тоже пишу. Подожди, создам их. Дайте ЕП. Во-первых, вы могли сразу договориться, забрали по приору. Задумай была одна шмотка, он получил вторую анрол. Во-первых, вы могли потом спокойно в ПМ договориться, а не начинать сразу споры нахуй ненужные в рейде. Подожди, тут нужна проблема с персонажем или как? Или подземелье рейды? Какая у тебя проблема с персонажем? Пистол у него 2. У меня 0. Я писал. У него 0. Это первое будет. Угу. Сначала ты написал 1.
Он написал сначала один, а потом пишет 0-0-0-0. Но он имел в виду один, что это первый. Там Аляску можно по приоритету забрать, а вы переживаете. Let's go, let's go. Чё с боссом? Я сейчас вижу, я листал в компазе, да, а то у меня с телефона. Какое нафиг встал, как 10 часов, ё-моё. За 2 часа я никак не прийти. Ну... Мне, в принципе, как Салавью, ходите, пойдем. Что, Джайну, может, потрали бы? Нет. Да давайте целую карту десятку свою, обычку соберем 25. Там мне вообще хоть куда? Нет, 25. Ну, 2 часа. Минимум 10 боссов. Кто-то другой может просто начать сбор, например. Ну, я могу начать сбор, если, типа, пойдем в гильдии, то да. А вот тебе личку скину. Ну, как бы после дискона нету. Я их этим посланием видишь? Это мы, да. Да, да. С этими скинами Рога получит токен. Кстати, блядь, они, получается, если вернуть шмот, то там 2 часа ведь не будет. Я не смогу просто передать, либо пусть сразу раздавать дают. Самое главное, напиши, кто срулил, кому они будут эту шмотку Просто типа название шмотки или как?
Микстурка, давай пойти. Микстура, дай мне ассист. Берите на пульщика, да, дали тебе мастера ассистов. Ой, его знает, да, где он? Раз, да. Все правильно. Все через да. Двенадцать человек всего, не это, блядь. Да, блядь, нам 20 бы пойти, мы бы налегке прошли, шо. Ну, 12, плюс Войт. Ну, чё, с пугов нельзя собрать. В 10 ночи. Да, в 10. Ну, а шо, тебе надо сильно просто там что-то? Или ты так чисто? Я хоть что-то закрыть хочу. Да понимаю, что ты, как вообще график у тебя, что ты там выбрался с этих окопов? Всё как и обычно, 5-2. Да. Ну, на этом месяце добавилось еще воскресенье иногда. Такое себе. Может, тогда завтра 25-ку ЦЛК? Может, завтра вожешь Джайна. Нет, завтра Джайна. Шорт, да рано можешь. Джайна, я еще раз говорю, это рано все. А, Вайша, конечно, у нас такое себе. Я бы 2 дня вообще отдохнул от рейдов. Ну, 25 это расслабон и, пожалуйста, да, вот то, не что, там, что делать, то идет. Ладно, завтра так завтра, все туда, я паковал. Давай, удачи. Пока. На прошлой неделе не царь был этот, раз в обуху в обычке 25-ки. Напоминай. Ну, давай, пиши. Мне нужно. Эффекту нужна. Потестил бы он, да, он говорил. Я говорю, мне чисто тестить, я даже для... и за ГПХ возьму. Да. Ну там не такой нет, как бы здесь. Да, эффект. Двумя F. Ну да, ты. С вашей такой шла луковой лут. А, ну это еще на чернокнижниках. Там на холле пульта топовый бельтоп надо. Да может даже их не писать. Лук есть чётенький, я смотрю. Mm-hmm. Привет, можно пару вопросов? Можно, задавай. Я никак не могу установить себе ДБМ нормально, чтобы он работал на змеи, на святилище, короче, на все БК-инста. Что нужно сделать? Вот я устанавливаю, который идет, вот, ну, какие-то дополнения ДБМ нужно поставить или галочки где-то? Есть ссылка на этот ДБМ. Скачешь, ставишь, все. Я тебе скину, он у меня скачан. Вот я и его скачал. С каким-то другим аддоном это контрит. Не со всеми аддонами, другие аддоны нормально работают. Это тоже проверь, есть там какие-нибудь шлаковые аддоны. Либо он не так установил его, вы тоже про это. Там скачиваются 2 папки. Ты должен эти папки просто заменить и все.
Я просто скачиваю архив, а да, потом я... разархивирую его в Sirius, аддоны, и туда архив выкидываю весь. Нет, там открываешь папку. Ты должен именно в папку вот этого DBM туда закинуть.